Погранрубеж пройден. Они подошли слишком близко к пограничной зоне. Это будет конфликт. Да успокойтесь, майор. Соседи явно убрали свои дозоры. Иначе кто бы позволил уйгурам вести заложника через всю пограничную зону? Полковник, мы нарвемся на серьезные неприятности. Только под вашу личную ответственность я готов продолжать эту операцию. Да успокойтесь, майор. Выпейте воды. Омега сделает все как надо.好想回家哦。够了，不要再闹了，忍耐一下，马上就到家了。嘘，快跑！ Товарищ полковник, Омега на связи. Омега, Сатурн на связи. Сатурн, Сатурн, это Омега. Мы на точке. Омега, вас понял. Сатурн, Сатурн, это Омега. Клиенты собрались. Вы! Объект видите? Объект с мешком на голове прибыл. Забирайте объект и зачищайте все. Омега, вся группа и ты лично не должны его видеть. Под твою ответственность. Приказ ясен? Приказ ясен, я спрашиваю, Омега. Сатурн, приказ понятен. Конец связи. Огонь. Я пошел. Синица, и ты следом. Прикрою. Шэньшэй! Чимао, Шэньшэй! Шэньшэй! Синица, бери чемодан. Сатурн, это Омега. Груз с нами. Движемся на вторую точку. Поднимай вертушку. Уходим. Мешок останется на голове. Не задохнется? Это приказ. Уходим. Что за птица такая, что на нее нельзя смотреть? А хрен его знает. Шевелись. Что такое, а? Не люблю я такие игры. Надо разобраться. Слушай, иди поторопи командира, а? Серега, за мной. В чем дело? Командир, он упал, потому что задыхался.
Сними скотч и один мешок обратно. Языком болтай меньше, Кирилл. Серега, забери его. Уходим. Пошли, пошли! Груз сотня! Понял! Давай, удачи! Мне абсолютно не понравилась ваша статья. Да потому что это не статья, а это какой-то набор беспорядочных фактов. Послушайте, девушка, да идите вы в актрисы там. На подиум куда-нибудь с вашей настойчивостью. Анастасия, постойте, одну минуту. В общем, мы вам перезвоним, как будет необходимость. Все, всего доброго. Добрый день, Сергей Леонидович. Добрый. Кравцова, твои протеже меня просто достали уже. Может быть, хватит подсовывать статьи своих бесталанных, бесперспективных подруг. Мне просто интересно, где она мой телефон взяла? Ну, что, кого ждем? Сергей Леонидович, я тут подготовила одну статью. Набор беспорядочных фактов. Да, конечно, материал готов. Да, да. Здравствуйте. Юля, я же тебя просила. Пришлю. У вас будет подтверждение? Ты что, плачешь? Плачу! А что мне делать? Редактор молчит месяцами. Он даже статьи мои не читал, я уверена. А ты ничего не делаешь. Так, успокойся. Я найду тебе какой-нибудь материал. Мы вместе напишем. Какой-нибудь? А я не хочу какой-нибудь. Я хочу сенсационный. Чтобы все об этом писали и говорили. А ты, моя подруга, предлагаешь мне какой-нибудь материал. Спасибо тебе. Сука, на звонки надо отвечать. Добрый день. Приемная Бориса Леонардовича Радзиховского. Девушка, здравствуйте. Меня зовут Анастасия Кравцова. Я корреспондент главных новостей. Я хотела бы договориться об интервью с вашим патроном. Тема интервью. Деятельность Бориса Леонардовича в 90-х, начале 2000-х. Эта тема не представляет интереса для господина Радзиховского. А может, господина Радзиховского заинтересует история его знакомства с Кириллом Знаменским, бывшим сотрудником спецслужб? Повторите, пожалуйста, фамилию. Кирилл Знаменский. А меня зовут Анастасия Кравцова. Лютует. Спасибо. Наша пресс-служба свяжется с вами, если в этом будет необходимость. Yes. Хорошо положил. Может, все-таки к нам лесником пойдешь? Ну, по банкам стрелять еще куда ни шло, Рамиль. А по кабанам да зайцам. Вообще-то есть еще и волки. Такой, как я, Рамиль, вам не нужен. А не рано ты на пенсию ушел? Ну, не я ушел, а, как говорится, меня ушли. А возвращаться это всегда без шансов. Давай, до встречи. Женись, капитан. А то так бабулем и помрешь. Ну так, друзья похоронят.
Блин, Кирилл. Что делаешь? Фотки для номера выбираю. О, вот это классное. Алло. Говорите. Сергей Леонидович! Да-да. Сергей Леонидович, у меня есть свидетель, который даст показания против одного из десятки Forbes, Радзиховского. Радзиховского? Холдинг СКК? А что за показания? Ой, там куча всего. Это бомба, Сергей Леонидович, поверьте. Настя, ты меня редко подводишь, но Радзиховский – это очень серьезно. А что за свидетель? Бывший боец спецназа. Так. Сейчас, правда, больной алкоголик. Алкоголик? Кто же ему поверит? У него есть доказательства. И, возможно, появится второй свидетель, если мы запустим процесс. Пиши заявку. Отлично. Что еще? Сергей Леонидович, мне нужны еще люди для расследования. И мне звонит кто-то неизвестный. Кравцова, успокойся. Да кому ты нужна? Хорошо. Будут тебе люди для расследования, как только предоставишь мне неопровержимые доказательства. Угу. Да. Что ты делаешь? Ты работаешь? Кирилл, у меня связаны руки. Для активных действий мне нужны те доказательства, о которых вы говорили. Я тебе сказал все имена, даты. Что тебе еще надо? Второй свидетель. Забудь про него. Этот говнюк не отвечает на мои звонки. Фотография? Ее получишь только после того, как я получу бабки. Твоя газета хочет сенсации? Возьми у них побольше денег. И тогда получишь фотку. Все. Юля? Да? Ты хотела сделать сенсационный материал? Езжай скорее домой. Скоро тебе придется раскошелиться, красавчик. Надо было мне поверить. Понять, что пойду до конца. Привет, Байк. Байк рядом. Хватит, Байк. Опять никого.
Здравствуйте. Добрый день. Давайте я покажу вам ваш дом. Извините, что так долго. Ничего страшного. Кстати, вот финансы, как мы и договаривались. Отлично. Места у нас тихие. Если хотите отдохнуть от городской суеты, в самый раз. Скажите, а кто в этом доме напротив живет? Мужчина какой-то со своей собакой. Целый день выгуливает ее. Нелюдимый он. Возьмите ключи. Спасибо. Ну что, Байк, судя по всему, у нас новая соседка. Пойдем погуляем. Апорт. Молодец. Сядь. Молодец. Апорт. Байк, апорт. Ко мне. Настя, я на месте. Давай сюда. Взять. Опор. Рядом. Переводы с китайского, как ты просила. Спасибо. Да, кстати, тебе твой друг звонил. Спрашивал, ты на работе или уже ушла? Друг? Какой друг? Ну, тебе лучше знать. Мне он не представился. Что случилось? Я на интервью. Сиреневый бульвар, 14. Юля, ты наладила контакт? Пока нет. Торопись, подруга. Что, дружище, соседка покой не дает. Девочка не той породы. В чем дело, Байк? Что там? Байк, хватит подсматривать. Байк, да у нас гости.
Кирилл? Кирилл? Пожалуйста, откройте. Добрый вечер. Я ваша новая соседка. Скажите, а у вас соли и перца не будет? И, кстати, а как вас зовут? Вы всегда ходите за солью к одиноким незнакомым соседям в эротическом нижнем белье? В смысле? В смысле, зачем вам соль и перец? Вы же ничего не собираетесь готовить. Что вам от меня нужно? Мы так и будем здесь стоять. Может быть, зайдем в дом, внутрь, и там все обсудим. Пошел. Сперва надо все закончить. Юля! Послушайте, я не знаю, что вы там себе возомнили. Мне просто нужны были соль и перец. Да и потом, разве это плохо, когда соседи знакомы друг с другом? Вот я и решила. А платье? Я всегда люблю красиво одеваться. В чем проблема? Тихо. Сиди здесь и ни звука. Ни звука? Да кто ты такой? Прощай, друг. Не подходите ко мне! Не подходите ко мне! Не подходите ко мне! Не подходите! Нет! Тихо. Отдохни, красавица. Убийство в доме Борисова полностью переходит под твою личную ответственность, полковник. 4 трупа. Ты уже ознакомился с результатами экспертизы? Так точно, товарищ генерал. Все наемники высокой квалификации. Ну вот именно. И все это у нас под носом. Кроме того,
Полиция подозревает, что это Борисов убил журналистку Кравцову и еще одного нашего сотрудника Знаменского. Питер. Странно. Что странно? Я не знал Борисова, но судя по его делу, вряд ли он оставил бы на обеих жертвах свой ДНК. Полковник, Борисов и Знаменский уволены 8 лет тому назад. У таких, как они, едет крыша. Знаменский спился. Кто-то уходит в религию, кто-то вообще сходит с ума. Я допускаю, что Борисов опустился и утратил квалификацию. Ликвидировал 4 наемников у себя дома. Апеллируйте лучше к фактам. У полиции есть ДНК. В бумагах журналистки обнаружена связь с Борисовым. Она занималась расследованием наркотрафика и поставкой оружия боевикам. Сейчас самое главное – взять Андрея Борисова. Это задача номер 1. Дальнейшая координация через моих помощников. Вопросы есть? Так точно, товарищ генерал. Почему я? Ведь я еще в отпуске. В главном управлении считают, что в психологии спецназовца лучше всего разберется сам бывший спецназовец. А что, нога болит? Никак нет. Так выполняйте, полковник. Есть. Бывших не бывает. Смотри. Твое имя? Юлия Соколова. Витя, пришли с тобой? Нет, я никого их не знаю. Чем ты занимаешься? Проститутка? Нет, я студентка журфака. Кто тебя нанял? Никто. Врешь, кто тебя нанял? Настя! Настя! Предложила работу познакомиться с тобой. Кто такая Настя? Подруга. Вместе квартиру снимаем. Зачем нужно было со мной знакомиться? Я не знаю. Она сказала подружиться, а потом ей звонить. На, звони. Считай, что подружились. Быстрее! Вы меня убьете? Так же, как тех? Ну, если как те ты решишь убить меня, то не сомневайся. Рука не дрогнет. Ну, что там? Она не берет. Слишком рано. Звони еще! Да-да. Настя! Настя! Это не Настя. Юлия, вас ведь так зовут? Да. А кто это? Я капитан полиции Демидов, Северный округ. Как я понимаю, вы та Соколова, вместе с которой Анастасия снимала квартиру? Да. Снимала? Что значит снимала? Ваша знакомая Кравцова убита. Рекомендуем немедленно явиться в управление полиции. Как убита? Я не могу. Что значит не можете? Вы понимаете, что вы сейчас одна из основных подозреваемых. Последний звонок со своего телефона Кравцова делал именно вам. Ну-ка, немедленно.
Настю убили? Как? Кто? Убийство Кравцовой и нападение на дом Борисова происходили одновременно. Подозреваемый вряд ли мог находиться в двух местах сразу. А вот это соседка Кравцовой, Юля Соколова. Сутки назад она арендовала дом рядом с Борисовым. И где она теперь? Исчезла. Дом не заперт. Вещи на месте. В розыск ее. Телефоны родных и близких на прослушку. Слушаюсь. Да, товарищ полковник, вам тут выделили двух оперативников. Проходите. Здравия желаю, лейтенант Сергеев. Здравия желаю, лейтенант Панкратов. Вы что, только из академии? Так точно, товарищ полковник, второй месяц как? Весело. Мне отвечают, что мне делать? Мне звонят! Хочешь попасть в полицию, отвечай. Не хочу! А куда же вы? Вы что делаете? Вы хотите меня здесь оставить, на кладбище? До города 15 километров, доберешься пешком. Нет, нет, вы что? Не оставляйте меня здесь, я боюсь! Я никого не убивала! Вы должны меня спасти! Девушка, очнитесь! За мной самим гонится. Как я вас спасу? Вы мой свидетель! Я целый день была в соседнем доме. Вы же за мной подсматривали. Подсматривал? Да. Кстати, белье так себе, не в моем вкусе. И ехать со мной нереально. Без шансов. Ну куда же вы? Я не могу здесь одна. Я боюсь. Ну нафига она тебе нужна? Чемодан же без ручки. Папа на корабле. Садись в машину. Будешь молчать всю дорогу. Пока я не разрешу открыть рот. Пякнешь, хоть слово вышвырну. Что ты хочешь сказать? Что там? СМС от твоей подруги? Отправлено вчера вечером. Что это за цифры? Ну давай уже, говори. Я не знаю, она никогда мне такие смс не присылала. Что это? Код, шифр, телефон, адрес, может быть? Думай давай, ну! Ну я не знаю. Это Настя прислала тебя шпионить за мной. Следом за тобой пришли убийцы. Ее убили в этот же вечер. Значит, она как-то связана с ними. Хорошо, у тебя появился шанс остаться со мной. Телефон будет у меня. Не пытайся звонить ни друзьям, ни родственникам. Мама и папа входят в их число, поняла? Поняла. В твоем случае это опасно для жизни. Короче, как хочешь. Но сегодняшний день мы проведем у мамы. Слушай, как мне достали эти посиделки. Могу я хотя бы один день провести для себя? Ничего, на диване поваляешься. Быстро из машины. Давай. Куда? К маме! А мы едем в Питер? А я в этой грязной одежде. Откуда ты? В смысле? Мне что, повторить? А, ну, родилась и выросла в Новосибирске, улица Гастелло, 19, квартира 14. Окончила школу 169, поступила 3 года назад на журфак Московского государственного... Ладно, давай не так официально. Родители? Ну, мама преподает в колледже, папа владелец сети автосервисов и ресторанов. Хочешь, чтобы я семейным бизнесом занялась? Вот откуда деньги на съем дома? Да, но я стараюсь сама зарабатывать. Вот поэтому и уехала оттуда. Хороший максимализм, обеспеченный папиным состоянием. Парень,
Что, парень? Парень есть? А, да нет, дебилы все. Ну, это понятно. Полиция, пригнись. А? А это Дворцовая площадь? Как красиво. Можно не так быстро? Надо было оставаться в машине. Или вообще уйти от меня? Нет, я с вами. Вдруг полиция или те убийцы? Тогда иди быстрее. А куда мы идем? К одному человеку, чей телефон сейчас в этом парке. Ну вот, а ты говоришь, никого не будет. Сейчас проснется. Только не смотри в его сторону. Гарантию даю. Сейчас подойдет. Красавицы, лапочки. Если в этот поздний час, в этом прекрасном темном парке, вы к кому-то, я буду нем, как трехпудовый сом в мутной воде. Но если в вашей жизни нет крепкого мужского плеча, я всегда готов. Так что там с плечом? Плечо болит немного. Что случилось? Ой, как быстро светает. А почему он в шапочке? Последствия одной истории. Все. Хорошо. Давай, до связи. Ну что, поздравляю. Тебя обвиняют в убийстве. Журналистки. Менты тебя подозревают в торговле наркотиками и оружием. А трупы у тебя в доме. Месть конкурентов. Скажите, а меня ни в чем не подозревают? Только его? Только его. Ура! Значит, со мной все в порядке. На, посиди в машине. Я скоро ухожу уже. Но ничего. Еще могу. Если хочешь туда устроиться, без вариантов вообще. Пробовал? Мальчики, а можете помочь девушке? Позвонить с телефона вашего. Только один звонок. Спасибо. Крохоборы. Красивый папа. Мама, это Юля. У меня все хорошо. Соколов в Питере. Звонила оттуда своей матери, в Новосибирск. Когда? 7 минут назад. Борисов с ней. Она упомянула его фамилию в телефонном разговоре. Ближайшие оперативные группы на перехват. Полицию не оповещать. Это она. Юлия, здравствуйте. Мы знакомы? Уже да. А где Борисов? Он с вами? А кто вы такие? Что вам надо? Я капитан Горяйнов, а вам придется проехать с нами. Я не пойду. Я никуда не пойду. Оставьте меня в покое. Я вам не верю. Зачем ты их ударила? А вдруг они из полиции? Уходи. Ой, моя нога. Что ж мне теперь? Всю жизнь, что ли, таскать? Стоять! Нет, не стрелять! Машина, быстро! Как больно. А они за нами? Да. Давай, давай, гони за ними, что ты смотришь? Быстрее, быстрее! Где они? Быстрее! Как больно! Терпи. Куда? Направо. В
Первый на набережную идет, высылайте подкрепление. Держись. Нас догонят? Ангара, группа на подходе, не дайте им уйти. Вон они, Андрей! Нас догонят! Первый, объект уходит в сторону Троицкого моста. Уйдем. Не уйдет. Давай, давай быстрее. Направо пошел, в переулке. Где он? Куда он свернул? Блин, упустили. Куда ехать? Направо давай. Направо. Что с нами будет? С нами? Тебе опасно оставаться со мной. А без тебя? Без меня еще опаснее. Пока мы не разберемся со всем этим. Тогда поехали быстрее. Товарищ полковник, Борисов и Соколова ушли от погони. Объявлен план перехват, но кажется поздно. Поднимите все региональное управление и задействуйте аналитиков. Надо понять, куда они могут направиться. Но у нас не такие большие возможности. На эту операцию выделено мало людей. Ой, щекотно. Спасибо. Как странно. Что странно? Ты так раскидываешь людей. Такой сильный. А руки мягкие. Все. А почему у тебя нет жены и детей? Одному легче. И потом у меня был байк. Собака? Сама-то собака. Друг. Но все-таки собака. А никогда не хотелось полюбить кого-то? Или ты любила, вы расстались? Спи давай. Завтра тяжелый день. Извини, кажется, это не мое дело. А можно тебя попросить кое о чем? Давай. Можно мы завтра начнем с того, что купим мне кроссовки? А то как-то босиком неудобно. Можно. А давай тогда купим такие дышащие, как я обычно на фитнес хожу. Фитнес, конечно же, фитнес! Мы с Настей вместе ходили на фитнес. 8 цифр – это код на шкафчике Насти. У меня такой же. И где этот шкафчик? На беговой. В спортзале. Умница. Без шансов. Спи давай. Зачем курить, если ты ходишь в клуб заботиться о своем здоровье? Дура. А зачем зарабатывать деньги, если твой папа их уже заработал? Нет, это совсем другое. По сути, одно и то же. Не суди, да не... Пошли. Молодцы. Попу держим повыше. Раз. Два. Прогибаемся. Вообще-то я делаю это лучше. Твоя фамилия тоже в списке. Ты знаешь этих людей? Да, это ребята из моей группы.
Все телефоны молчат. Что это может значить? Не знаю. Свет, привет, это Андрей Борисов. Скажи, а где Рам... Как погиб? Когда? И Олег? Что случилось? Все ребята из моей группы мертвы. Погибли за последние дни. Все, кроме меня, Серега. Выключен. Да, я отыщу телефон больницы. Спасибо вам большое. Вчера после нашего визита к Сергею в его палате что-то произошло. Полный разгром и кровь повсюду, а самого его нет. Андрей, его убили? Возможно. Уходим отсюда. Слушаю. Стас, это я узнал? Узнал. Ты в курсе? Уже вызывали. Про парней знаешь? Да. С чем это связано? С тем делом, с чемоданом и... С живым грузом? В таком составе группа была только там. Возможно. Еще кто-нибудь имел отношение к делу? Ты и я, остальные. Парень на птичке. Знаешь, где его найти? Он пропал из поля зрения лет 5 назад. Я знаю. Он сменил имя. Катает туристов по Подмосковью. Чем я могу тебе помочь? Останься в живых. Ты за всеми так следишь? Нет, только за близкими. И за теми, кто опасен. Ты взялся. Привет. Помнишь меня? Забыл. Зачем понадобился? По-моему, он не очень рад. У каждого свои воспоминания. Его уволили вместе с моей группой. Помнишь, что последнее дело на границе? Груз, который ты забирал. Послушай, я же сказал, я все забыл. Не знаю, как ты меня нашел, но счастья я от этого не испытываю. Вся моя группа мертва. Остались только ты и я. Что? Месяц назад ко мне приходила журналистка. Настя, кажется. Расспрашивала о деле. Сказала, что узнала обо мне от Знаменского. Кирилл. Неужели это он начал болтать? Он! Того заложника, лицо которого мы не должны были видеть, он узнал!
И кто это был? Знаменский сказал, что в нашей группе был еще один человек, который видел лицо этого заложника. Разве это был не ты, Андрей? Ты что, не понимаешь, кем он стал? Неужели ты не смотришь новостей? Газеты, журналы не читаешь? Черт! Кажется, клиент приехал. Сейчас, погоди. Могу открыть огонь! Жду приказ! Оставить! Там заложница! Присылайте труповозку. Координаты отправляю. И две группы судмедэкспертов. Всю информацию скину потом. Автомобиль с несколькими пулевыми попаданиями найден в 5 километрах отсюда. Вертолет! Ждем ответа с ГЛОНАСС. Ушел на низкой высоте. Он еще и пилот. Свиридов. Товарищ генерал, Борисов опять ушел. Полковник, ты что творишь? Я делаю свою работу, товарищ генерал. Решите вопрос. Откуда у нас появился последний адрес? Оперативные источники, которые находятся за пределами ваших полномочий. А что? Адрес оказался точным? Точным. Только кроме нас здесь появился еще кое-кто. Я думаю, что это убийца, который пытается подставить Борисова. Полковник... Ищите Борисова, а не занимайтесь лишними умозаключениями. Все. Будем искать. Свободно. В чем дело? Все плохо. На нас охотятся. Пошли. Послушай, не буду скрывать. Все не очень хорошо. Судя по всему, эти люди не хотят оставлять нас живых. Нас убьют? У нас нет шансов? Давай эту фразу буду использовать только я. Все будет хорошо. Просто надо двигаться быстрее, чем они. А сейчас надо угнать тот автомобиль, пока не появился его хозяин. Ты поняла? Кого мы ждем? Тебе лучше не знать. Мы столько прошли вместе. Могли погибнуть в любой момент. Разве я не имею права? Ее зовут Анжела. Она резидент китайских спецслужб в Москве. Восемь лет назад мы контактировали с ними по той операции на границе. Серега когда-то спас ей жизнь. Ну, в общем, они полюбили друг друга. Полюбили? Разве это возможно с вашей профессией? А что, мы не люди, что ли? Любить не можем. Просто эта профессия не дала им быть вместе.
А вот и она. Такая молодая и симпатичная. Возьми пистолет. Ни во что не вмешивайся, что бы ни произошло. Только что мне сказали, что ты хорошо выглядишь. Послушай, Сергей, скорее всего, погиб. Все ребята из моей группы мертвы. Теперь охотятся на меня. Мне нужна твоя помощь. Со мной девушка, она во все это влезла случайно. Если их не остановить, ее точно убьют. Скажи, кто был тот заложник, которого мы забирали на границе в 2008 году? Твой начальник Станислав Иванов. Только он знал, кто есть объект. Найди его. Я буду рядом. Спасибо. Его тело уже похоронили? Нет, он исчез из госпиталя. Там много крови. В любом случае, ему оставалось недолго. После той операции с грязной бомбой. Телефон. Да. Стас, я еду к тебе. Записывай адрес. Что случилось? Что-то не так. Стрелять умеешь? Нет, нет. Это несложно. Вот так сняла с предохранителя, целишься, нажимаешь на курок. Аккуратно, только в себя не стреляй. Все, выходи, спрячься за деревьями. Я? Быстро выходи, говорю. Иди в полицию. Нет, лучше ФСБ. А лучше вообще исчезни. Чего ты так долго? Пробки, блин. Ты недоволен? Скажи спасибо, что живой. Спасибо.
красиво. Вы так кинули ствол! Я иду ее, слышали? Оружие бросили, быстро! Быстро, я убью ее! Убери ствол бы! Быстро, сказал! Оружие бросили, бросили! Я сказал, я убью ее! Я бью ее! Я мозги ей вышибу! Стволы побросали, быстро на пол! Вышибу и мозги! Быстро легли на пол! Быстро! Быстро! Юля! Все хорошо. Все хорошо, успокойся. Андрей, я убила человека. Найди Стаса. А Сергей жив? Так бывает. Андрей! Сядь здесь. Стас здесь. Но ему нужно в больничку. Осмотри дом. Помоги. Ты знаешь, кто это такие? Не знаю. Походу, у меня дом звенит. Телефон я проверял. Тебе надо в больницу. Сам доберусь. Стас, кого мы забирали тогда на границе? Откуда я знаю? Это был приказ сверху. Ты понимаешь, что мы гибнем из-за этого? Не из-за этого, а потому что этот придурок Знаменский не выполнил приказ, ясно? Вот что. Обыщите всех боевиков на улице. У кого-то должен быть телефон, по которому они связывались с хозяевами. Все, давайте быстрее. Сейчас появится. Уходим. Вперед, вперед, вперед! Наше опоздание становится традицией. У вас тут настоящая война, полковник. Что происходит? Понятия не имею. Это у вас надо спросить. Кто это такие? Разберемся в конторе. В машину его. Не выйдет. Мне в больницу надо. Задерживать меня не в вашей компетенции. Можете спросить у вашего руководства. Что здесь, черт возьми, происходит? Они до сих пор любят друг друга? Думаю, да. Почему же они тогда не поженятся и не будут вместе? Возможно, делают ошибку. Андрей, я сегодня убила человека. И мы могли много раз погибнуть. А мама с папой звонят, просто просят повидаться. А я сижу в этой Москве. Может быть, я совершаю ошибку. С этого номера звонили боевики. Можешь выяснить, кому? Поможешь? Зачем тебе больной? Так лучше. Поверь. Ты мужчина. Ты решаешь, как должно быть. Но мне было бы лучше вместе.
Поехали. А что-то тут случилось? Все хорошо. Просто вы такая хорошая пара. Да. Понял. Спасибо. Это Анжела. Говорит, что ко всему этому имеет отношение некая Евгения Смирнова. Какой-то крупный специалист по корпоративной безопасности. Ну и захвату чужой собственности, как я понимаю. Вот эта Смирнова любит с утра ездить через парк на Плющихе, на работу. Навестим барышню? Да. Да, я буду вовремя. Сворачиваем через парк. В чем дело? Кажется, придется объезжать. Ну так объезжай. Машину поцарапаем. Тогда выйди и убери ее. Это небезопасно. Черт, твою безопасность. Выйди и убери эту алкоголичку. Поскорее убираем девчонку. Девушка. Ау. Эй! Тихо, не дергаться. Мы же не будем дергаться? Молодец. Аккуратно выходим из машины, руки на капот. Ну, давай. Вышел из машины! Быстро! Брось оружие! Ко мне. Быстро вышел из машины! Руки на капот. Забери пистолет. Да-да. В чем дело? Забавно. И я хочу узнать, в чем дело. Быстро на выход! Мы не в кино. Я считать не буду. Калина прострелю сразу. Нам нужны ответы. Ну, может быть, уже стоит тогда задавать вопросы? Ты нас знаешь? Кого мы забирали тогда на границе? Бориса Радзиховского. Депутат и олигарх. Мы же забирали какого-то торговца. Он что, наркотой занимался? Это был стартовый капитал. Они здесь. Есть кадры с беспилотника. Откуда только мы получаем такие точные сведения? Часть группы обошла с правого фланга. Ждут подкрепления, чтобы замкнуть круг. Нужно еще 15 минут. Какого хрена спустя 8 лет вы убили всех этих людей? Радзиховский правильно вложился кэшем в кредит 2008-го. А потом его подвело тщеславие. Депутат стал мелькать на экране. Я, как консультант, пыталась отговорить его этого не делать, но он меня не слышал. В результате ваш дружок Знаменский узнал его и стал шантажировать. Радзиховский, естественно, отказался платить. Тот все выложил этой журналистке. И вы убили ее и всех наших ребят? Вы? Кто имеется в виду? Я? Нет. Я никого не трогала. Я занимаюсь безопасностью, а не убийствами. Я лишь советую этому придурку купить Знаменского и его девчонку. Все! На этом бы все закончилось. Так что не впутывайте меня в это. Значит, ни при чем. На последнем месте покушения у ваших людей в телефоне был ваш контакт. Чушь. Если бы там были мои люди, никогда в их телефоне не было бы никакого моего контакта. Хочешь сказать, что Радзиховский сам решил всех зачистить? Не знаю. В последнее время он был слишком заносчивым
и несговорчивым. Андрей! Там солдаты с автоматами! Ну что, мальчики, все закончилось? Не надейся, девочка. Серега, оставайся с ней. Дерницу стреляй. А? Я пойду поговорю. Сиди здесь. Тобой говорит полковник Свиридов! Мы знаем, ты здесь! Отпусти заложницу! Сложи оружие и выходи! Ты окружен! Полковник, говорит Борисов! Не хочешь зайти в гости? Потолковать надо! Лучше ты к нам! Не, не пойдет! Слово офицера, просто поговорим! Оставайтесь здесь! Без моей команды не стрелять. Командир, без броника не отпущу. Стой там и без глупостей. Ты хочешь во всем разобраться, полковник? У меня приказ стрелять на поражение. Если я пришел на разговор, значит, надо разобраться. Короче, все ребята из моей группы мертвы. Один из них шантажировал олигарха Радзиховского. Подними детали операции 2008 года к китайской границе. Старший Станислав Иванов. Я, Сергей и Юля, мы здесь ни при чем. А вот шеф безопасности Радзиховского готов говорить. Один допрос, и ты все разъяснишь. Хорошо. Только вы должны сдаться. А гарантии? Посмотри, какую охоту вы на нас устроили. Слово офицера. В управлении вас никто не тронет. Товарищ полковник, вы целы? Окружить весь район. Вперед, вперед! Не дать им уйти! Давайте. Первый, он уходит к обрыву. Что нам делать? Отсекайте, берите живьем. Принято. Стой! Я вернусь.
Объект уходит на юго-восток. Принял. Встретим у дороги. Андрей, come in! Где Сергей? Поговорим? Остальное потом. Почему я не могу получить информацию об операции группы Борисова на Алтае? Я не могу это комментировать. Хорошо. Тогда дайте мне кодовое название операции и номер дела. Также без комментариев. Вы что? Это саботаж? Поймите, у вас нет допуска. Операция находится под очень серьезным грифом. Кстати, здесь свежие оперативные данные по Борисову. У тебя? Я знаю, что у тебя. Дай ему трубку. Это тебя. Чучи. Да. Кажется, ты полюбил эту девчонку. Мы знакомы? Это не имеет значения. Если ты не явишься ко мне через 4 часа, я убью ее. Лично. Только посмей ее тронуть. Ближе к делу, Борисов. Диктую адрес. Развалины больницы на Каширском шоссе. 4-й этаж. Анжела, мне нужна помощь еще раз. Сможешь найти точное местонахождение Радзиховского? Почему мы третий день преследуем этого Борисова? Ведь объективно он больше похож на жертву, а не преступника. Это на его дом напали. Это у него на хвосте сидят группы убийц. Почему информация по операции 2008 года в Горном Алтае настолько засекречена, что я даже не могу получить кодовое название и серийный номер? В конце концов, в материалах журналистки фигурировал этот олигарх Радзиховский. Его же фамилию мне назвал Борисов. А вы не позволяете мне даже с ним побеседовать. Полковник, это что, допрос? Очнитесь. Прошу прощения, товарищ генерал. Но я требую. Я прошу дать возможность разработке олигарха. И почему мне не дают досье на эту Смирнову? Мне необходимо ее допросить. Нет. Со Смирновой у нас имеется соглашение. Она наш агент? Вас это не касается. У нее серьезные покровители. Хорошо, можете взять в разработку Радзиховского. Но только в разработку, полковник. Все, свободны. Получил СМС? Да. Через 35 минут встретишь там всех, кого нужно. Договорились. Ну что, лейтенанты, нарушим приказ старшего руководства? Эй! Давай! Ah!
Дима! Отойди от пятака. Дима, что там у вас? Сергей, проверьте, что там? Борис Леонардович. Доиграем. Борис Леонардович, нужно уходить. Мы встретились. Ты понимаешь, что последний шанс уйти живым – это уйти сейчас. Заткнись. Ты ошибаешься, капитан. Стойте там! Ты пришел, Андрей? Я рад, что не опоздал. Ну что, закончим наше дело? Где Юля? Ты обещал отпустить ее, если я приеду. Да, но есть существенный момент. Сперва тебе надо застрелиться. Тогда мы отпустим твою подружку. И не надо дергаться, капитан. Как говорится, в этот раз точно. Без шансов. Ну зачем же заниматься плагиатом? Это мои слова. Предлагаю обмен! Иди сюда. Вот этого вашего олигарха и вашей жизни в обмен на Юлю. Иначе ваш патрон замолкнет навсегда. Ты ошибаешься. Я говорил тебе, что ты ошибаешься, капитан. Как же достал этот придурок. Все, что от него требовалось, точно выполнять наши указания. Но ему было мало денег, женщин, власти, славы захотелось. И вот он результат. Всех подставил. И вас в том числе. Это он послал убийц к Стасу перед вашим приездом. А теперь... Ничего личного, молодой человек. Вы мне даже нравитесь. Надо было просто в точности выполнять приказы, капитан. Разве тебя этому не учили, а? Если бы вам тогда не взбрело в голову снимать мешок с этого придурка, ты и все твои люди были бы живы, понимаешь? Когда ты успел переродиться, Стас? Ведь они были твоими друзьями, ты кусок хлеба с ними делил. Да хватит! Я слишком долго шел к своей цели, чтобы сейчас выслушивать всякую фигню. Скоро я начну новую жизнь, полную денег, славы и уважения, понимаешь? И ты мне в этом немало помог. Помог убрать всех тех, кто знал о нашей прошлой жизни. Даже этого притащил. Молодец. Ну что ж, будем заканчивать. Oh!
Лучше застрелись сам! Или я убью твою девчонку. Ты убьешь ее в любом случае. Юля! Андрей! Андрей, нет! Нет! Андрей, не убирай! Нет, нет, Андрей! Не убирай, пожалуйста! Ты слышишь меня? Открой глаза! Андрей! Андрей! Ты слышишь? Пожалуйста, очнись! Андрей! Андрей! Нет, пожалуйста! Нам с вами, Игорь Николаевич. Оставайтесь здесь. Когда ты все понял? Когда офицеру с ранением, без опыта оперативной работы, дали в помощники двух пацанов и перекрыли доступ к архивным данным. Все очень просто. Все очень непросто. Ты все знаешь? Евгения Смирнова, ваша дочь. Она родилась от Романа с моей бывшей сотрудницей. Я не мог тогда признать ребенка, она была замужем. Помогал, чем мог. Дал ей образование. Помог сделать карьеру. Несчастные дети мстят своим родителям всю оставшуюся жизнь. Она использовала меня. Потом еще попала под влияние Станислава. Он как раз нащупал канал поставки оружия и наркотиков. Это он научил ее выжимать максимум из моего чувства вины перед ней. Она требовала все, что ей было нужно, а я был не в силах отказать. Она была для меня всем в этой жизни. Теперь все кончено, ее нет. Я изложил все письменно. Все бумаги лежат в сейфе в моем кабинете. Теперь последняя просьба, полковник. Если можно, оставь меня одного. Скажи, а так звучит? А под курткой у него оказался мощный бронежилет, принявший на себя удар пули. Слушай, давай не будем про этот бронежилет. Не героично, что ли? Нет, надо писать правду. Иначе моим статьям не поверят. Ладно, давай только без точных дат и имен. И все будет хорошо. Точно все будет хорошо? Без шансов.